где я играю? На сервере TGS Survival. Заходи, все ссылки в описании. Все готово. Теперь нам домой не зайдут, а здесь у нас что? Понял. Нам, короче, сетки, да, надо. Этот мастер, на. А, нахера ты мне нужен-то мастер, если я сам умею их делать? Давай. Делаю. Так, у нас были там двери сетки. Раз, два. Ты? Под нами, под нами. Я, это кто ты? Я. Вот он, сверху. Попал. Два раза попал. Убил одного. Ой. Все, он один и был. Так, я делаю себе топор и погнал добывать дерево. У нас как раз, по-моему, много дерева выросло под домом. Че они там все про Крым, что-то там обсуждают? Прям социум какой-то. Политика. Нихера, это Гитлайн вот такую базу отстроил полностью в металл. Угу. Нормально. В металле она вообще вчера я была. Я, короче, думаю, что это... Надо будет эту херату рейдануть и весь лут оттуда, короче, раскидать по карте. Иди вон отсюда со своей киркой. Я сейчас тебя... Сзади, 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 сзади. Не знаю с чем, но был сзади. Вон он. Попал. Голый, походу. Ты бы не хочешь левел апнуть? Подожди, я уже все, сейчас апну. Нет, я не апнул. А что, ты съешь что-то, да? К дому подходи. Череп? Медведь. А, не-не. Все, левел 15. И, что дадут? Забыл уже. Так, капкан, кровать. Так, лампа. И большая печка. И полки, отлично. И large water. Нормально. Вот сейчас заживем полки, наконец-то. Полки. Так, всю мишку облутал, и у нас... Что-то столько лутал, и всего 10-12 тысяч дерева. Ну ладно. Бой, дверь прищемил. Темнеет, кстати говоря. А, кодовый замок у меня еще на магазин этот. Так, все, лутальню нашу я отгораживаю тогда. Так. Ой, наверное, здесь надо было... Я как понял, это чужой или свой? Не знаю. Лол, бля, я дом зарейдил. Молодец. Так, и вот так. Во. Норм. И вот здесь буду полки устанавливать. Все, лутовая почти готова. Еще два ящика и все. Все, я погнал за камнем, металлом, сульфуром, потому что у нас нет ни хера. Иду. Быстрее, двое. Я тоже сзади. У блокпоста? Вот ты... Один минус, второй ВГ. Попал два раза. 500 минус. Второй тоже вроде орёт. Ближнего. Бил, вот бил его. Нет, по дороге еще один убегал, алё. А, я вот этого снял. С арбалета лупит. По дороге бежит, вижу. Ой, тут просто. Хедшоты, хедшотов надавал ему. Красный убегает, убегает. Еще да один, оу. Там трое, четверо. Один упал. Это дом их, ё-моё. Так это не химик? Хедшот минус. Ты меня убил, мастер, блядь. Это хим... Блядь, это химик. Это чуваки. Химик? А, все, поняли, отступаем тогда. Херасим. Охереть. Вот это я там понял. А мы ж не знаем, где он живет, алё, блядь. One shot, one kill какой-то. Ага. Ты идешь, да? Нет, 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 я с рыбалки иду, да. С рыбалки иду я. Давай, давай, я охраняю. Ё-моё, Химчанского прибил, ну нах. Это я ему, походу, хедов наставил. Ага, наверное. А ты меня убил. Я тебя отомщу. Да тут... Мести. Говорит, херо, тут. Да я всех подряд валил, там 4 народа человека, я их давай всех валить. Ой, а кто это мимо меня в ведре пробежал? Это я. А что ты меня не прикроешь? Я хочу себя болтать. Там мастер, я, да? Прикрою. Мастер, ты меня прикроешь? Там все наши. Я понял, все. Я берданку твою только не вижу. А у меня. Бегу. А, у тебя отдай. Да все, он уже дома, там заберу. Здорово, привет, братюня! Ёпта! Вот здесь труп! Вот это пострелялись, да? Где сюда, мы? Сюда, вот сюда, 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 я прыгал. Химчанский, я тебя прихлопнул, что ли? Вот это я скилл!
Где мое тело? Здесь, здесь, я прыгаю сзади. О, вижу. Нету его тут? А, о, вижу, лутаюсь. Ладно, мы поняли, в этот район, короче, мы не заходим. Меня свой, блядь, мастер. Сука. Ладно, ребят, вы тут развивайтесь, мы тогда не заходим на эту территорию. Гуд? Давай, давай, давай. Гулялись, блядь. Спички тут большие. Да вообще, я смотрю, там толпы просто бегают, ё-моё. Стреляй в кого хочешь. Тупо зажимаешь и все. Лол. Война, война. Вот это я кривой. Вот это я очень кривой. Ты где? Это я. Вон, стреляет. Улэп. А, вижу. Холоу. Хэдшот ему дал. Хэдшот. 5 раз попал. Хэдшот, хэдшот ему дал. Все. Хэдшот еще дал. Э, меня не надо. Кого ты там зажимаешь, что став? Меня. Че, его слуг? Попал. Кто у меня в спину стреляет с лука? Попал. Меня-то кто-то? Попал. Меня стреляет. Как он живет-то? Тебя стреляет. Меня это слуг-то. Ничего не считает. Попал. Он за дороги один. При. Попал. Да задрал меня уже. Да в меня хорош стрелять, вы чё? Вы чё? Да чё, блядь? Это ты став, блядь, все пули в меня. Не, я в дорогу. Ну-ну. Убил его? Кто это? Да, убил. Кто там, блядь, слева? У нас стреляют со спины кто-то с лука. Я еще 2 раза попал. Во. Откуда стреляют? Смотри, из кустов, вон он, вижу. Нихера, там двое. Это его кто? А, вон, да, двое. Возле дома кто? Попал, не наш. Ремувера кто-то лутает. Это возле наш? Не наш возле дома, не наш. Лутаю ремувера. Стрелы. Вот бинт. Ты их дом, да. Походу. Да-да-да. Так, наверное, сделаю звуки раз потише, а что-то у меня долбит вообще нормально так. Почему у них жопа стоит тут? На входе главном? Да, с татухами. Видел. Стой, мастер, у тебя стрелы хоть повытаскиваю. Давай. Пострадавший говорит, хватит мне стрелять в спину. Его долбят враги. Ой, как враги? Меня с этого сооружается. Стрелы сували. А я пошел дальше. Это... Почему вылез? Лутать камни надо. Есть патроны на том смыкле? Не. Справа от дома. Следующий уровень. Мы все бегаем. Нет, давай печки взять. Попробуем лутануть. Попробуешь. Ой, слева кто-то был. Или мне показалось? Там кто-то ходит, а? Ты по воде. Что? Нет, нет, это враг. Я в доме. В доме кто-то ходит, в смысле. А. Тут голый. Подсадишь меня до печи? Ну да, попробуй. Голый с пипасом в упор. Блин. Попасть бы еще. Так. Подожди, нет. Сейчас, подожди, подожди. Не прыгай. Где там, блин, как так смотреть-то еще и туда смотреть? Блин, где тут голый с пипасом? Не, забей, короче. Не это херь. А со скалы здесь нельзя никак запрыгнуть к нему? На крышу? Это? Не. Ну ладно. Чё, давай этот долутываем и уходим? Давай. Потому что у нас металл, там нужно на плавку ещё закидывать. У нас металла вообще нет. Вот, тем более там, пацаны, чё у вас? От дома вы там отбились, нет? Да. А, ну всё, идём тогда. Спокойно. Ой. Так, выхожу на это наверх. Плюс один. Угу. Угу. Еще один там, двое, по-моему. На крышу попал. Лезу. Хедшот. А где вот этот убегающий?
Попал минус 2. Возле дома. Все, 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 все. Там лежит. А третий где? Мастер. Третий это я была. Э, кто тут крадется, блядь? Еще двое. Двое, блядь. Попал. Выйдите, пожалуйста, проблемы. Не выйдет к тебе никто, сейчас, нету никого пока. К тебе бежит кто-то. О, нихера их тут. Это по мне уже. Это по тебе, да? Сзади я, у вас, я. Алло, блядь, говорю, сзади. Попал. Ой, мать, с ресами я убегаю. Давай, давай, я в этого попадаю. Все, реса спас. Все, у меня патронов ноль. Мэтт, ты умеешь делать патроны 5.56, да? Да, да, и берданки, ага. Все, эти уходят. Ой, четверо вообще, че за жизнь? Хуй знает, никого там не видит. Все, я отогнал их, отогнал, они на горе. Скинул внизу рез. Так, все, я пошел дальше заправлять печки наши. Все, они заняли там позицию, короче. Так, все, кровати я поставил. Кровати у нас у всех пока что есть. Извращается. Так, теперь мне надо, мне надо закрыть потолок. Там кто-то ползает, кто за, да? Дома? Вон лучник, арбалет. Все? Да? Месси, блять. Я, короче, здесь делаю тройной рубеж, чтобы прошли до наших. Я, короче, кровати переставлю в другое место. Здесь, короче, окна будут. Оу, чё я мучу, это вообще жесть. О, спасибо за помощь. Да нет, что. Я все равно тут на крафте 2 года буду стоять. Там жира принесли. Блин, вот если я здесь полку, наверное, поставлю, херня получится. Короче, я думаю здесь поставить этот военный ящик и... ящик с хилом, ну, что на кровати зарезался, тут же вооружился и побежал в бой. Давай тебе полки принесу. Не, полки не влезут. Что не влезут. Есть? Не влезут. Только так под ящики. Так, я посмотрю, что ты там делаешь. О, да, просто фэншуй. Как я все распределил. О, да. Так, значит, пошел делать шприцы, бинты. Оружку возьму, сразу туда занесу. Ой-ой-ой. Вертолет что-то буянит. Беги. Да там под домом кто-то плавал, видимо. Их сейчас это. О, я придумал. Я же все равно на долгом крафте, у нас металл это нормально. Я потолки попревращаю в железо, чтобы их не расколупали снизу. О, да. Я только хотела. Прям мысли мои читаешь. Так, ну у меня получилось 117 пороха. А, у меня 145 и 117. А, нормально, мы с тобой здесь надолго. Ну, по крайней мере, я не в соло, я уже рада. Скажи мне F-ка следующий уровень, скажи мне F-ка следующий уровень. Я не хочу бобсами рейдить. F-ками дороже. Ну, F-ками дороже, но безопаснее. Если дамажат они очень даже неплохо. Ну? Ага, 20-й. А у тебя? 18. Why? Why? Зато я могу туретку делать. Турель? Да. Ну, не мне надо... там камера и ноутбук надо. Ну, понятно. Мэтт, что ты делаешь? 70. 167 плюсом. Пощади меня. Почему мы с тобой так прокачались? А как я в соло стояла до 600, ты мне это... Ничего не говорил вообще. Да, еще в этой деревеньке, вон, я вижу, там кто-то стоит прям. Во, короче, ама ящики теперь это ящики бобов. Окей. Хедшот. Конечно. Хедшот. Ты там приземлилась где-нибудь вон там у тех кустов первых самых. Минус. На, лови. 2500 пороха. Ты рада? Я прям все. Так, а что у нас с бобовками? Где они? Ама. В смысле, тут ракеты лежат две. Где бобовки? Амо. А. Все понял. Амо. Все, сейчас берем бобовки и идем взрывать первый рубеж. Нам надо попасть к ним на территорию, а там уже либо будем лутать сульфур. Ну, короче, делов еще у нас будет много. Пока мы еще не изучили хотя бы там эфку и так далее.
я набираю бобовок. Томпсона берите, патроны там есть. У нас есть Томпсон? А, нет, походу нет. Патроны. Огорчил. Патроны есть. А, нет, я, по-моему... А, нет. Я Томпсона не относил туда, где спальни. Так, ну у меня 55 патронов. Беру стрел. Лук у меня есть. Надо еще патроны? На что? Ну, скрафтить на что-нибудь. Не-не-не, не надо, не надо. Надеюсь, нам этого хватит. Так, я тогда загружаюсь чисто бобовками, да? Вы меня защищаете все. У тебя в одного не влезет, мне тоже придется закрыть. Не-не-не, ну мы партиями будем ходить, ну, не все берем. Сейчас печки заправлю. Угу. Так. Ну, надеюсь, хоть что-то получится. Подстроиться там топор можно? Есть. Или нельзя, но тут в прыжке достается. Можно попробовать. Поняла, ну, так иду, я думаю, что... Ну, хотя, сейчас посмотрим по пристройке. А так-то, что, высокие фундаменты прямо под дверьми взрываем. И оказываемся... А, нет, нельзя под дверьми. Ёптя, сзади ты, это что вообще такое? А что там сзади? Тут и, блин, примерно то же самое начинает строиться. Так. Сбоку надо взрывать, потому что у них там идут эти... Ну, как его, пересечение фундаментов, они дорожку, типа, выкладывали. Можно вообще вот угол взрывать здесь. То есть без разницы, но главное в периметр попасть. Делаю билдинг. Так, домик, это я. Так, да, а что там сзади, где, что сзади? Ну, там еще дом стоит. Это этого, как я понял. Я забыл его. Месси? Да. Так, может, подстроимся? Ну, давай, попробуем. Да. А дерево есть? Так, я же говорю, я лутаю. Сейчас принесу. А где вы вообще? А мы сейчас к главному входу идем. Вот, мы, я у главного отбегаем. Жду вас. А, 1,5 ксаря хватит? Надеемся. А, ну ты пока будешь подстраиваться, я еще где-то фармить. Просто здесь все вырубили. Ты где, Став? Я возле почти главного. Ну, я вокруг хожу. Угу. Ну, ты будешь пристройку делать? Так, ну заберите, пока я пойду еще. Да, ты же у нас я. Пристройщик, вроде как. Вот, лежит здесь, став все. Вот. Да я смотрю расстояние. Ну какое-то лютое. Вот отсюда, наверное, да? И в прыжке. Ну что, пробуй, там, пробуй. Жесть. Ну ты взял рез, став, вот они лежат, говорю. Блин, ребята, вы точно уверены? Потому что что-то я не уверен, что мы туда попадем. Тогда прыгнем. Как ты еще фундамент, что ли, забрать? Ну вот, я говорю, фундамент взрываем, он высокий, мы проходим под ним и все. Ёпта, ну просрём много достаточно. О, там, давайте, потом. Чё? Чего, взрывать? Да. Тогда... Чё, не будем пристраиваться? Нет, не будем. Тогда я предлагаю взрывать бок. Вот этот угол, угол. Как бы там шкафа не оказалось. Не-не-не. А, даже лучше будет, кстати. Насколько я помню, как мы залазили, здесь будут... дыры. У нас тело с копьем на колени. Ой. Ладно, так, забей. На. Скидываю. Бля. Ух, ебать, нихера себе, блядь. Нахера себе, я испугался. Яйца аж стряхнулись, блядь. На. Еще. Надо, чтобы докатывались, став именно туда. Докатывается? Ага. Прям четко. Так, а вот мои что ли не докатываются? Да нет, нормально вроде. Ну пока взрывайте, я рядышком полутаюсь. Братан, а что сзади тебя выкатилось? Кто это? Оу. Это что такое? Это граната, блядь. Лол. О, нормально. Так, пойду это проверю. Я сейчас попробую. 160. 160 нет, хп. Не берет. Ага. Надо ее сразу брать, а то, блядь. Че, может, позрываем, которые там заглохли? Где? Ну там заглохли. Чтоб они не просто так лежали. Подожди, давай. Да, подожди. О, да ты же, блядь. Подожди, сука, да почему они такие непредсказуемые?
Блять, я боюсь. Сука, какая-то долго лежит, сейчас как долбанет. Блять, подожди. Вот тут 72. Так. Блять! Одну? Зажег. Подожди, я еще не видел тут. Так, 72-63. Подобралась. Но нам надо по-любому взрывать, чтобы вот этот вылетел. Насчет правого-то я не уверен. Так, взрываю. Бля, что-то мне очково, блядь. Готово. Лол. Низкий фундамент. Ой, выбило что-то еще там. Подожди. Прошли, мы прошли. Ой, блядь. Блядь, твою мать. Так, и что мы тут имеем? Мы тут имеем охеревший дом. Подверяем. Да, подверяем. Нихера, они все собирались здесь в натуре застроить. Ну, там дверь по-любому еще. Все, давай. Ага, и соломенный фундамент. Че? Здесь, да. Дышь, у них там буфер. Он составной. О, я вижу. Там внутри у них это солома. Я вижу. Охереть. А здесь камень. Вот. Бля. Но почему они не загрызли у дверей-то, ё-моё? И как нам взрывать? Здесь солома-то разлетится сразу и заклюёшься ремонтировать. Там же есть другая дверь, пошли. А чё в печках, подожди? Ничего, там пусто. Пусто? Вот дверь, вот эту. Подожди. Смотри, тут вообще, это чё, блядь? Охереть замок. Чё ты хотел мне показать? Дверь другую. Ну, а где-то? А я предлагаю взорвать шкаф. Со стороны, где мы выдолбили. Боня. Кстати, да. Можно шкаф? С крыши тогда идти. Смотри, конечно. А это двери? В шкаф наверняка. Это вот в это шкаф. Да по-любому. Я могу посмотреть, если что. Где он? И там видишь, их две. Походу, тут получается две двери, да? Да, вон я вижу дверь отсюда. Вот где Мэтт сидит. Вон, кодовый замок. Угу. Надо вот эту взрывать, Боня. Стопудово. Стенку, да? Угу. Ага. Это охереть, сколько тоже надо этих. А так смотри, две подожди, двери а это тоже самое получится. Отойди-ка, сейчас как-то. Там шкаф. Меня. А, нет, там железная дверь. У кого инструмент есть? Мэтт, разбей, пожалуйста, вот этот фундамент. Я хочу посмотреть, насколько здесь высокий фундамент. А сбоку бы била. Ясно. Добрый я через вечер. Печку будет. Подожди, пойдем другие посмотрим, будем шкафы. Пойдем. Этот пустой камень. Тут такая же система ниппель, да? Ну так тут одинарно. Так, подожди, а это ближе будет к дому. Да. Смотри. Не, Став, блин, это жесть. Вот тот ближе, наверное, будет. Вот этот. Вот этот самый ближе. Вот этот, да, ты прав. Вот, но это точно. Все равно ты. Не, ну там же шкаф будет брать еще от дома, и мы вот это взрываем, и что нам это дает? А вот нам... дверь, низкий фундамент. Да, да, я вижу. Боня, в дом дверь на низком фундаменте, что здесь-то не взорвать? Ну тут две двери по 500, получается то же самое, что ребят, мы каменную смотрите, взорвем. В натуре, вот можно взорвать где. Слышите? Вот здесь где я прыгаю. Тут низкие двери. Ну прям если... в упор будет падать. Но если у них, кстати говоря, там соломенные всякие лестницы. Вообще как мы там... мы кирками можем вдолбаться, я тебе говорю, это оболочка железная, там внутри камень. Короче, взрываю, пробую, да? Да. Потому что я думаю, мы не пристроимся, я тебе реально говорю. Там шкаф будет бить от дома. Не факт, что это шкаф, кстати. Некоторые близко стоят вообще. Там может вообще нычки быть, кстати. Ну да. Короче, много фарм, много взрывать, много бобовка. Без проблем. Ух ты! Салют, ё-ё-ё-ё. Вот это бревенчатый салют был в натуре. Блин, я аптечку заюзал вместо гранаты, ну ё-моё. Я буду это, проход смотреть. Давай, да, он единственный здесь. Все, у меня бобовок нет. А кто какого уровня? 18. Седьмой. А ты, Феникс? 11. А на каком бобовке открывается у нас? На 13-м, 14-м? Не закрыть. О, вы далеко кидаете, они отлетают. Но они, кстати говоря, прикатываются к двери. Да? Угу. Отлично. Надо все кухнутые поискать.
30 хп. У меня нету больше. Подожди, тут где-то... Горит, блядь, горит. Блядь, твою мать. Сука, я ее причем не поджигал. Так, вот, пикап. А, блядь, пикап. Пикап, я запикапил. Так, 18 хп. Пикап мастер. Подожди, что-то... Все, у меня есть одна. Уходи. А что с ней не так? Ты ее выкинул просто. А, я понял. Сука. Так, кидаю. Чпоник. Взорви сразу. И не выбила. 5 хп. Не стреляй. Это бесполезно. А есть топором? Ну, только так бить топором. А у меня нет топора. Я могу тебе кирку дать. Кирки тоже не действуют. Насколько я знаю. О, одно хп. Давайте, давайте. У меня топор сломается раньше. Три хп. А у меня, кстати, с собой есть металл, я же фармил, я могу переплавить его в их шпечки и выдолбить. Два хп. Ну мы сколько ударов из топора делали? Это просто, короче, за один день. Да у меня сейчас еще и сломается. Прикинь, что внутри. Я даже не хочу представлять, я хочу это увидеть. Да? Че, пойдем еще раз за добавкой. А, у нас же есть еще бобовки, ё-моё, я ж не все брал. Бомж стоит, строит, смотри. Где? Вот, в упор. Вижу. Молодец. Минус. Ой, ой, смотри, что-то есть. Даже ключ, кстати, есть. Ага. А, наверное, он еще просто не поставил его. Но у него ни шкафа с собой нету, ничего. Здесь надо шкаф устанавливать срочно. Дерева у него не было на шкаф? 23. Сейчас сделаем. Ты тогда бери бобовки, а я шкаф и рез на застройке. Угу. Так, ну конечно, не шик. Но куда-то продолбиться сможем. О, не, нихера себе не шик. Так, ключик я оставлю. На всякий случай в одежду положу. Угу. Так. Хай квалится. Блин, Мэтт, подберешь с пола, прошу тебя. Ты без проблем. У меня что-то это. Так, арбалет. Иди ты нахер. Киянка, иди нахер. Но я его не вижу. Но я его слышала. Где-то. Где-то он есть. Вон он. Где? Угу, вижу. Два раза попал. В смысле, он не умер от хэдшота? Ну, теперь умер. Угу. Все, я побежал к нашим. Блин, я топор забыла. Ну, ладно. Так. Давай. Нас скидываю. Так, ну пока хватит, я думаю. Чё там? А, мы не добили же, ё-моё, бобовку, может, не будем тратить? Ну ладно, тратим. Я же забыл, что мы это не взяла топор. Сходить одну, обратно? Одну. Не надо, не надо. Лол. Так, подожди. Ты видишь ее? Я ее подобрал, отойди. Давай. Да ебать ты, что ты? И не попал. Да короче, вообще. Рейдер, блядь. Блядь, я кидай. Ой. Она тоже слева? И? Где бах? Это я. Бонни, глянь, пойди. Да. Рейдер. Подожди, сейчас я прямо так. Давай. Давай, давай. Ну туда-то уже легче будет закидывать. Во. Буферка всё. Сразу. Че там? Нормально все. Дальше взрываем. Да ты че? Да ты че? Да куда у меня граната кинулась? Убегай! Вот, а я думал, у меня одной такой баг, что вторая сразу кидается. Вау! Меня убило почти. Сука. Кидаю. Выход смотрите, там у нас бабахают рядом, стреляют. Угу. Короче, я не знаю, я вот так вот буду швырять. Ой, нет! СП
Что, не кидай, не кидай. Я понял, там прикол. Подожди, все, я понял. У них там трещина идет, понял? Смотри. О, блядь, горит! Составной, что ли? Сука, да. Думаю, что-то там по-любому не то. Сука. Блин, олень напугал, я думал. Вот, надо как-то кидать в эту щель, понял? Давай, на счет три. Давай. Раз, два, три. Блин, да на тебе в рожу. Ну, пожалуйста. Не запирайте друг друга, вы сейчас подорвете. Вот так и надо кидать. О, ох ты уж, блядь. Да уж. О, нормально. Блять, я опять аптечку заюзал, ну что ты будешь делать? Прям туда, смотри. Да, да. Смотри, во. Идеально. Идеально. Идеально, блять. И справа смотрите, где олени ходят, там тоже нас могут поджать. На горе. Надо скатываться. Да, блять, взрывайся, сука. Подожди, отсюда может, а? Подальше. А ну, Боня, отойди-ка. Давай. О, блядь. Ух, ебать. Не стоит. Да что тело. Ты... Понял. Минус. Сука, я ему немножко выстрелил. Так а что ж ты так поздно-то? Ему проползти надо было. За сколько времени занимает? Так я пипасу выстрелил, а не попал. Да ебануться прям в ебальник, блядь. Сука. Да, надо шприцы будет. А, скинуть тебе? Да, у тебя есть? А бинты конечно. Есть? Конечно. Дай, пожалуйста, у нас тут взрывные работы. Я же запасливый, ты же меня знаешь. Там есть что-нибудь или нету? Я не знаю, проверь. Спасибо, блядь. Став, нет. Да, блядь, да что такое, нахуй? Да зачем ты туда-то подходишь? Отсюда и кидаем. Во. Не, вот подожди, сейчас. Да нормально все, смотри, вообще. Какой рикошет ты делаешь? Там отличный рикошет просто. Сука, просто в сторону кинул, типа отрикошетил. Так. Да, блядь. Заберите у него гранаты, пожалуйста, он, по-моему, кривой маленький. Тренируюсь, блядь. Тренируюсь. 76 хп. В лицо. Всё, я замер всё, просто. Все, 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 не кидай. Я думаю, всё, хватит. Все, 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 жду. Там 70 хп было. Фокнуло. 5 хп, да. Подбираю. Там, давай. Я вроде подобрал. Нет, вот, теперь точно подобрал. Подожди, тут что-то наверняка не так. Что-нибудь есть? Что-то есть? Ты что-нибудь видишь? Нет. Феникс, назад. Подожди. Феникс, ты сейчас увидишь гранату сзади. Готово. Во, смотри. Камень. Продолбить сможем. Что это справа? Лут какой-то. Я вижу ящики или что? Фу, блядь, не ящики, а полки. Че, дальше взрываем? Да не полки, это еще одна решетка. Да. Уходите. Так, ой, Став, выпустите меня. У тебя же есть, да? Еще? Да. А что ты под нами катается, не подскажешь? Блин, да что это? Блять, это чье, блядь? Это чья лежит? Она это разряжена. Давай сожгешь ее, да, братан, чтобы она нам не мешала в дальнейшем. Подобрал? Подобрал или зажег? Подобрал, подобрал. Блин, ты каску не сделал ночью же. Почти. Ничего. У нас тут можно и перекур строить, учитывая, какое огромное здание. Ой, как. Да ебать, поворот! Как-то неудачно кинул. Бывает. Да, блядь, да что ж такое, блядь, такое? Такое, такое. Такое, блядь. Понимаешь, жопа аж горит, блядь. Так. Готово, оп, готово. Все, 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 кстати, все, говоря, да, чтобы становится. Не кидать это, надо это оружие взять в руки. Да, я так и сделаю. Вот это мне садануло, блять. 9 хп. Прикольно. Так, ну а здесь будем две взрывать, что. Либо потолок вверх долбить. А что, направо, не? Ну направо там что, кстати говоря, я так и не понял. Там пусто. Да там полки стоят. Ну, это нет, это решетки. Это решетки, такое же окно. Тамбур такой же. А, я понял.
Ну, в центр, получается, нам надо добраться. Вон там дверь деревянная. Вот нам там надо в центр. Точнее, не деревянная, там пустота, там нет дверей. Ну, давай попробуем. Взорвать? Ну, все равно нам туда кидать, и будет взрываться две. Да, надо левую бить, ребят. Кто там? Чувак, пустой слышу. Рядом кто-то. Кто это с Томпсона? Ну, там наши бегают. Это вы наверху, что ли? Нет. Кто с Томпсоном? А, это адекватная команда. Так, да, короче, да, да. Левую сторону убиваю. Давай. Я тоже кидаю. Феникс, возвращайся. Хорошо, там народу, да. Ты чё, блин? Там на доме человек. Вы кого рейдите, Феникс? Вот это соседи? Ну, большой, Чутаков. Да-да-да, вот это я. Ты что, они по нам стреляют? Да, вижу, они по нам стреляют, офигевшие. Ты, конечно, не знает. Пойдем, раздадим их. Да, там 6 человек. Потом раздашь. Ага. Да, забейте. Тут он проход узкий, всех примем. Так, теперь поджигать. Подожди, подожди, подожди. Ладно. Да не, накидываю еще пятеру. Давай, скажешь ты. Куда ты идешь-то, став, ё-моё? Не, я взял, тут рядом было. Так, все фокнуло. Подожди, не иди. Не иди, братан. Ага, иду. Иду. Так, 56 кп. Давай, ты вон то, я вот эту. Подобрал. Горит. Горит, да куда ты бежишь, блядь? Сука, ну что такое? Один пускай ходит, ё-моё. Мастер, подобрал. Вон ту гору справа смотри, с нее могут. Да с тобой везет просто. Так, подожди, проверю. Там вообще хп 31. Подобрал. Три гранаты туда надо кинуть. Ты кидаешь? Или у тебя нету? Нету, братан. Все, я тогда взрываю. Все. ПД должна вылететь. Не вылетел. Сколько хп? 7 хп. Надо еще одну, значит. Уходи. О, подожди, тут две лежит, стой. А, понял. Тихо, подожди, я спрячу. Горит. Вылетело. Еще одна. А, все. О, тут открыто. Лут. Мясо. Одежда. Броня. Наверх открыто. Броня. Оружие. О, смотри. Мясо, всякая херня. С кодом здесь. Три патрона. А что такое? Ну это не все, блин. Ноутбук есть. О, ну, вот это разбивает. Все погрызано. А камера нет? Кодовых. Нету, нет. В том-то и дело. Спальники. Наверх. Но у них наверняка основной тул спрятан наверху. Не знаю, мне как-то подозрительно вот эти вот будки снаружи, они меня... Конопли очень много. О, можно собирать, лол, через щель. Собираю. Будка, шкафы, наверное, тут арбалеты. Я тут свет включила, кстати, раз ночь. Вон, а что, выбить нельзя эту хуйню, да? Слышь, а люк, можно выбить вот этот? Да, бубнами топорами. Кстати, топоров у них нет, как ни странно, у них одни кирки. Угу. Так, в одном, я так понял, арбалеты были, да? Сверху, да, вот арбалеты. Справа, право, да, стоит. У меня инструментов просто нету. Там в ящике кирки есть. В ящиках есть. А, я понял. Я кровать ломаю. Но у них явно все наверх. Они перетащили. Что это? Building plan. План, ага. А вот здесь вот эта комната. Пипасов, кажется, очень может, много. Может тут или подъем, или что? Пипас Мадарч. Тим 2.0. Химик. Мадарыч. Камера, ну, камера моя. Доставали, когда ноутбук мой, мастер который. Так, печка пустая. Так а смысл разбивать им кровать, если они все? Привычка. До свидули. До свидули, дули-дули. Но я думаю, что вот это все надо перетащить, как бы этот лут, потому что он все равно не херня. Даже броня деревянная прокатит. А вот остальные там инструменты можно истратить на рейд здесь вверх. А, ну, другие ресурсы, там, луки всякие скинуть в блокпост, пускай забирают все. Пасы там некоторые, револьверы. О, револьвер чисто мой, отстрелянный. Мастер револьвер. Мой револьвер опять. Я ж столько револьверов-то у меня откуда. Вот, перестань. Нет. Это привычка, я говорю, мне вот неспокойно, на-на, когда их вижу. Знаешь, я тебе не попал. А чё, за этой дверью тоже лут?
Да, тоже лут вот здесь. Где? Вот здесь, вот за этой. Думаешь? Ну а как еще? Вот же, тоже лутовая. Мне кажется, здесь, скорее всего, шкаф будет стоять. Или подъем. А нам шкаф и нужен, нет, это будет основной. Рядом. Да, это шкаф. Ну, по-любому здесь шкаф стоит. С крыши пойдем, давай попробуем. Посмотри, здесь просто по кругу негде больше ставить шкаф. Ну да. Подожди, у меня... Здание большое. Отходи, подожди, я сейчас геологически кину. Дайте, я выйду. Отходите, отходите. Не флудите все, блядь. Да чё происходит? А чё ты кривой-то став? Да что кто-то кинул, блядь. Смотрите за выходом. Кто-то. К нам придут сейчас. 205. Кидаю бобовки. Блин, кидаю их, конечно, опасно. Ну ты один, смотри, кидаешь. Да, я попробую вот так вот. Да, отлично, мне полрожи снесло. Так, ладно, прячься в луте. О-о-о. Что это, блядь? А, я лампу сломал. Ребята, Small Station не могут быть вот здесь? Под травой? Не знаю. Кстати, во всё может быть. Всё, тут 70 хп всего. 56 хп. А лут-то соберите, алё, который выпал. Хоть что-то соберите, забейте свой инвентарь. Я говорю, в блокпост положим. Я фуловый.